каждого региона есть свои традиции, свои отцы-основатели. И, конечно, для нас очень трепетно и важно, что мы несем имя Александра Михайловича Пушницы. Конечно же, все это делается для детей, чтобы у них был маяк, к которому они стремились, чтобы у них был кумир. И благодаря таким мероприятиям они могут увидеть себя самбо, попробовать свои силы, получить свои первые медали и тот необходимый заряд энергии от борьбы, который поможет им достигать вершин как в спорте, так и в жизни. У нас увеличивается и количество тренеров, и количество воспитанников. Также ребята быстро прогрессируют, у них арсенал приемов растет, и это они демонстрируют на ковре. Я люблю за то, что, как сказать, всякие разные приемы, болевые, получается, красивые, там как-то получается делать броски. Ну, вообще, коронный бросок у меня подхват. По две, под одну я делаю. Вообще, на самбо я пошла, у меня как бы все родственники занимаются, и я как бы посмотрела и решила идти на самбо. Этот вид спорта, потому что здесь можно выделить себя как личность самому, зарабатывать большие награды. Сегодня я использовал такие приемы, как проход в ноги, зацеп, задняя подножка и подхват. Мой кумир Александр Михайлович Пушница, и я пытаюсь на него равняться. Сегодня у меня получились броски, такие подсечка и подхват. И я еще очень люблю болевые приемы, и я их сегодня делаю.